Готовы? Да. Камера. Пойдем. 7, 8. Акапулька, ай-яй-яй-яй. Стоп, друзья, сделайте шажок, потом начните. Как вы уже догадались, 29-й выпуск «Кругосветки» мы снимали на культовом курорте Акапулько. Первое, что встретило нас в Акапулько, это палящее мексиканское солнце. Думаю, твоя опытная задница будет жарко здесь снимать. Мамочки, как жарко. Ой, как хорошо. Ой, не выключай ветерок. Ребята не упускали возможности лишний раз окунуться. Готов, Петь? Да. Давай. А, нет, смотри. То есть ты вот погрузился вот так? А потом выдернул. Работаем, Лена! Ты же видишь? Цветы не слушаются. Цветочник устал. Даже после съемок, ребят, невозможно было оторвать от бассейна. Раз, два, три! Это вы работаете? Да. Выходи, котеныш! Выходи! Бедная группа тоже первым делом отправилась поближе к воде, на пляж. Ну, здравствуй, родная затока. Горячий песок невыносимо, пошла в воду. Сожгла себе пятки. Для нашего новичка Пети Романова Акапулько стал всего 5-м выпуском. Как же приятно работать с ведущим, который еще не поймал звезду. Можно в туалет сбегать? Я быстро. Я очень люблю нашего Петю Романова. Он по каждому поводу спрашивает, можно? Можно попить? Можно сходить в туалет? Можно руки помыть? Ребята, мы ему все время нет, работать. Да? А вот таких, как Регина, мы называем дембель. То суп у нее слишком острый. Ну, я уже по запаху понимаю, что она настолько острая, что у меня сгорит не только рот, но еще и это. То и фоточки в Инстаграме рассматривать интереснее, чем снимать засыпание. Что происходит? Я же читаю! И это все видят. Никто не видит! Конечно, ты себя подсвечиваешь, это раз. Нет. Во-вторых, ты просто туда очень часто обращаешься. Справедливости ради стоит признаться, что у Пети все-таки есть один минус. Петя у нас какой-то идеальный. Еще никто из наших ведущих так не ладил с экстремальными видами спорта, как Петя. Все снято, все прекрасно, ничего интересного. Красиво катаешься, в рапиде прыгаешь, брызги летят. Падаешь. О чем рассказывать? Нет, я не об этом. Не упал, ни нос не разбил, ничего смешного нет. Не, упал. Фу, а не сюжет. Вот такие жаркие, мокрые и, как всегда, веселые съемки у нас были в Акапулько.
Посмотрим, что нас ждет в самой опасной стране на юге Америки. Гондурасе. О, ребят, без меня езжайте. Ох, красота. Згоріла хата. Прин. Нема де спати. Прин. Піду до іншого села.